Хенрод, с вами Дэн. Сегодня мы играем пачкой такой огромных людей. Там Ярик, Жора, в общем, вот слайд. В общем, сегодня мы играем в Among Us. Играем мы на карте Полюс, и я убийца. Мы мутимся во время катки, и когда у нас идет обсуждение, мы размучиваемся. Съебаем. Опа, лаборатория саботажа. Супер. Типа идем чинить. Понятно, ёп. Блять, иди убивай, красава. Супер. Походу, саботаж сделает свое дело. Я в ахере от того, насколько мы долго чинили саботаж. Да. А чё разнесли всё? Уже троих убили! Пацаны, где труп? Скажи мне. Слева на левом реакторе. Так трупа три! Классно, я на правом реакторе труп нашел, не успел зарепортить. Классно, да? Я все время был один, я, наверное, скипал, потому что я никого вообще не видел. Ну, если мы кикнем сейчас кого-то, и это будет не импостер, то... Ну, скипать уже опасно. Ребят, я нача крою. Просто, блядь, нахуй палатку. Нача крою, потому что, типа, 3 килла сделано, минимум даблкил был сделан сейчас на саботаже. Нач был в лаборатории 100%. Он не сделал ни один из этих киллов. 1000000%. Я Дэна крою, потому что... Да, Евген со мной бегал, Евген. Я его тоже крою, Юджин. Имхо это маркиз, скорее всего, потому что, блядь, что-то пиздец подозрительный, но похуй. Ну тогда скипаем. Ну я могу сказать то, что... Ну, Дэн, может, подтвердил, я вообще... Сейчас линию потерял. Ты сейчас вообще АФК стоял, я думал. Ну это ладно, давайте, мутимся. Мы с этим, с Юджином нашли в камерах. А, смотрите, ясно. Вы там двое стояли с лендом, я отошел, и вы уже зарепортили. В общем, наоборот, думали подозревать тебя, потому что ты там недалеко был как раз-таки. Да, мы тебя, кстати, не видели. Вы двое там стояли на камерах, и с вами был ленд. Так, стоп. Так мы туда уже пришли, и как раз-таки там его нашли. Мы сначала электричество сняли, нет, он был живой, когда вы были. Нач, там. Я хочу с тобой в десны играть, Нач, блять. Это черный и синий. Нач, смотри, этот килл сделал не зеленый. 100% не зеленый. Это черный и синий. Смотри, мы сейчас с тобой кикаем сначала кого-то из черно-зеленого, нажимаем кнопку, кикаем маркиса и потом разбираемся. Потому что, скорее всего, это не зеленый. Мы стали в электричестве, черный, потом пришел Лэнд и маркиз, потом маркиз куда-то ушел, мы с Дэном пошли вниз. Я пошел вниз. Черный и синий. Ну да. Черного, хорошо. Нахуй черного, блять. Заебись. Я за Нача. Типа Нача оттуда буквально там же трепетался. Ты же только что маркиса, блядь. Дэн, ладно. Нет, я за Нача проголосовал, потому что я его подозреваю очень. Так ты только что говорил то, что это сделал маркиз, потому что он на камерах был. Я говорил про Нача. Ладно, я понял. Стоп, Нач же там бегал с нами. Я просто вас по никам еще не запомнил, вроде про Нача же речь шла. Дэн, пройди с Акопенхаузен. Так, все, мутимся. Окей, да. Давайте что? Просто синего кикнем вторым и все. Было бы два импостера, был бы килл сейчас 100%. Дэн немного подозрительно себя вел. Для Шендика я подозрительно себя веду всегда. Можно просто, ребят, потому что он говорил, что кикать надо маркиса, потому что он на камерах, а потом резко в Нача переобулся. Нет, я говорил про Нача. Я еще с самого начала про Нача говорил, алло. Синий ба, похуй. Я за Нача топил, потому что он там рядом ходил. Ну, попробуйте кикнуть, что получится. Ну что, Дэн? Ну и все. Ждем только тебя. ГГ. Попытка на ёбке не удалась. Зараза. Ну че ж такое? Ну че вы такие? Ну ладно, там с камерами, да, это палевно было слишком. Дань, ты хуйсус. Ярик, иди нахуй. Мне Ярик сегодня предложил сделать свою гипер... Фу, блять, контору, короче, 1xDN. А че, звучит нахуй? Хайпово. А шляпа у тебя есть моя пиздатая? Просто. Мне вообще не... Я шляпу в жизни одену, потому что я могу, правильно. Дайте синий, плиз. Все говорят сейчас. Не-не-не. Верните синий.
На какую заходить-то? Так, блядь, синий верните! Отдайте синий! Да и красный спиздили, да ну идите, а! А кто главный? Вообще? Лэнд? Лэндслайд. Лэндслайд. Сделай, пожалуйста, обычное Land задание slide. Одно. Давайте Идрукса добавим. Будем кликать на яйца. Сразу Вернама надо. Так, ладно, мутимся. Лэнд мутим. Вернама, ёб твою мать. Так, саботаж! Так, идемте починить заданку. Ждем. Выполняем. А тут никого не было. Постараюсь сейчас играть очень аккуратно, потому что реально очень легко можно на этой карте спалиться. Поэтому постараюсь сейчас максимально аккуратно. Опа. За то, что забрал мой синий. Буду сидеть, пока не найдут. Труп, короче, выполнял задание с вентиляторами, с вентилями вот эти крутить, и труп нашел, где вот это дерево, короче. Можешь пододвинуться подальше от микро, ты прям в него пердишь. Мне кажется, это не Маркиз. Единственное, с кем я пересекся, это Нач. Он ушел в противоположную сторону, поэтому я только на него могу давать свои, как бы, эти подозрения, потому что когда я шел в эту часть, где О2 и где вентиляторы, где выполнял задание, он оттуда выходил. А труп я нашел как раз там. То есть, Нач это единственный человек, с которым я пересекался и который был на месте. Поэтому я. Ну, я только в начале всех видел, типа, выполнял здание там недалеко от камеры. И потом пошел, когда саботаж был. Реактор видел Начем. Нафиг это вообще не Нач, потому что, бля, он меня бы столько раз припизнул. Короче, Нач и кроют. Блять, я не знаю, секунд 40, блять, он меня просто столько раз припизнуть мог. Короче, Нач и кроют. Ну, он было похоже на то, что он еще задание выполнял, типа. Я его не окрасняю полностью, но говорю, вряд ли то он. Я там рядом никого не видел, но вот Landslide, может быть, саморепорт. Ну, пока не буду вперед паровоза лететь. Я скип пока. Ну, пока скипаем, давайте. Только оранжевый не проголосовал. А, блядь, извиняюсь. Понимаю. Евгений, это уже традиция кикать на яйца. Так, все, мутимся во время катки, народ, мутимся. Где? Где? Ну. Нашел в офисе. Ну, типа... Офис это где? Ходим, ну, типа, это в самом низу, короче. Там, где по кометам где? Стрелять, типа? Библиотека это. Куда нас... Ну, а, все понял, да. Ну, у меня подозрение на Евгена. Стоп. Ты думаешь, ты нашел в офисе? Так я там недавно был. Как ты там нашел? Там никого не было. Это вряд ли Дэн. Как по мне, вряд ли Дэн, потому что я много раз его видел, и он меня уже много раз мог убить. Я бы тебя уже давно ебал. Я был на электричестве О2, мимо меня Маркиз пробегал. Но это не Шейдик, скорее всего, он меня мог тоже убить, мы с ним часто один на один были. Мимо меня Маркиз пробегал перед саботажем, по-моему, или во время. То есть давно, да? Давно. Нет, саботаж же сейчас был. Или какой саботаж? Сейчас только что саботаж был. Который прям сейчас был? Да. Походу. Или нет. Пизда, я блядь, не Евгений и Маркиз. Так, поменьше мата, молодые люди. Евгений точно не это киллер, не он в начале игры мог ну, уже 10 раз просто не убить. Ребята, в чем прикол? Хочет, кикаем, кикаем. Но сейчас уже скипать опасно. Начал, уверен, я крою зеленого, но я вот не мне видел кажется. Ярика, Бочку смотри, и Анкита ребята, особо. Ребята, давай кикнуть Маркиза, потому что у нас труп там, откуда пришел Маркиз. Давайте, ребят, при 8 можно ошибаться. Имхо Маркиз. Если будет Маркиз, то я подозреваю Ярика, я бы в следующем раунде его бы обсудил, потому что как-то его вообще не встречал, как и трупов. Ничего же ты бегаешь нахер пойми где, в каком-то очке, а я бегаю вон. Ну да, да пацаны, мутимся. Ладно, все, мутимся. Understandable, have a nice day, коричневый, блять. Откуда бежал? Оба из Англии! Я справа в реактор бежал. Да, чё? А, да ты чё? Слева в реактор, я через окошко увидел, как ты его пизданул. Я даже дефаться не буду, чтобы ты потом в конце увидел, что я не предатель. Я даже труп не видел. Классно, а как тогда, ну, кто тогда его убил? Я здесь по-прежнему Ярика так и не увидел. Я стоял на скачке данных возле стекла. Прям через стекло труп начал. Подожди, это где левый реактор? Да. Я туда даже не заходил. Я был возле правого. Я оттуда пришел. Блять.
Но сейчас скипать опасно. Хотя... Да, а, сейчас. Нет, еще есть возможность у нас еще. Если... Да, если Маркиз был импостером... Вот, который прям напротив электричества, дважды туда зашел. И вот во второй раз я из нее выхожу и захожу сразу в электричество. А зачем ты дважды в нее зашел? Ты, короче, стоял возле желтого, убрал в реактор. Я думал, то, что ты его убьешь и типа ну, да. Бежишь туда. Ну, типа, я два раза, короче, чекнул, забей. Жак Фреско, он такого не говорил. Жак Фреско, загадка от Жака Фреско. Да, вот можешь еще рассказать, как ты труп нашел? Я скачивал данные в, ну, над электричеством, там, короче, где между камерой, между электричеством, вот там данные есть, скачка. Мне и кажется, там стекло есть. Через стекло я увидел труп Начо. Просто ты даже утверждаешь, что именно я его грохнул. Народ, время, время. Время. Давайте анкета. Я кипаю. Мне кажется, я... это... А похуй мы проебем, ну, потому что... Так, я ни за что не проголосовал, потому что я нажал крестик, когда хотел за анкета. Если не, ну, он кажется, там рядом где-то Ярик. Был. Если бы... нет, Ярика я тоже вот не встречал. Нет, если у нас осталось два импостера, то это жопа, и мы всрали. Если а, один, то тогда еще фиг знает, можно еще что-то попробовать и делать. Побыстрее дверь. Блин, как они все бегают. А, неприятно. Я все выполнил, пацаны, я буду просто тупо бегать. Коричневый, кажется, менталитет. Это менталитет. Я сейчас с менталитетом ушел на этот. На левом реакторе менталитет. Кто второй говорит? Я второй говорю. Подождите, я репортнул, давайте я буду говорить. Ник, пожалуйста, подожди, потом поговоришь. Ник, пожалуйста. Желтый, Ярик, бочка, Е. Смотри, сразу говорю, это красный и желтый. Первое, желтый, потому что он прошлый раунд сразу же про меня голосовал. Он даже не слушал мои оправдания и сразу голос дал. Я шел к левому реактору увидеть, что там происходит. Я вижу, красный выбегает из него и это поворачивается обратно, поднимается к нему, и там почему-то труп черного. Я шел с обиталитетом туда этот реактор как раз-таки лево чинить, и как раз, ну, на достаточно большом расстоянии. И потом я за тобой шел. Потом, как только пришел, там увидел уже, ну, на экране труп черного достаточно далеко, и ты повернулся обратно, типа тоже увидел. И сейчас на меня перекидываешь. И на Ярика. Зеленый. Не, нихуя, я за менталитета. Что именно? Пожалуйста, доверьтесь мне и давайте проголосуем в красный. Менталитет. Я проголосовал за Дэна, потому что я могу принять, хорошо, что да, это саморепорт, но я и верю, то, что возможно, это коричнево. Хорошая работа, про Ярика забыли вообще. Есть, молодцы. Ну чё, ребята, молодцы, мы были дауном. Сука. Зараза, блин, спалился уже поздно. Второй маркиз? Зараза, поздно спалился. Не хотите на второй карте сыграть? Не, ну то, что было, конечно, то, что я вижу только свой замок, блядь, это вообще нихуя не... Так, не понял. Так, тихо, бан, блядь! Бан, блядь! Осуждаю. Сделайте 20 себе перезарядку убийства. Идеально, настройки, иди нахуй. Понимаете, что мы все ходим по парам, типа, ты хер убьёшь кого. Иди нахуй. Так, мне тут один человек не понравился, сейчас я его шлёпну быстренько за импостера. Ну, а с хардкорной достаточно настройки, мы бегаем медленно. Эдик, слышишь? Иди нахуй, офф не микро, блядь. Иди нахуй. Сука. Пидорас, а Ярик. Ну сука, почему Ярик? Я рад, что Ярик импостер. Я давненько не смотрел, как Ярик меня убивает. Где? Understandable, have a nice day, блядь. Так, ребята, молчим. Все, кто где был? Я был в этом, в управлении, ушел оттуда в мед. Я в столовой видел, что белый стоял, а в кашу. Устанавливал там. Спускаюсь вниз на навигацию, там труп Дэна.
Там похуй, скип, блять, похуй. Сука, да ты заткнешься сегодня или нет? Я тебе сейчас ебало замучу, нахуй. Бля, иди лишь симметрии свои ебалики. Не крестили? Ага! Чёрный Ройс, Ройс, болеет джекпот. Блять, вот мне скучно пиздец, этим призраком летать, всякую эту хуйню выполнять. Так, нормально. Чтобы пройти ко второму отделению, и вот. Ну вот, во втором отделении я иду, и там нахожу труп. Блять, я забыл, что Ярик импостер, Ярик шикарно сейчас это играет. Просто Ярик сейчас, если ты это смотришь, а ты это смотришь, респект тебе. Ты реально сейчас шикарно отыгрываешь. Ну ладно. На черном такая... Ты уже перезаш... Я буду летать, смотреть за импостером, потому что это интересно. Вот он ходит. Вот он ходит, импостер, сука! Опа. Прищучили его. Зачем? Зачем, как ты говоришь? Я просто сказал, зачем? Зачем? У меня есть предложение, ребята, что это второй это Лэнд, потому что всю игру АФК стоит, а делается всю игру по одному килу. Лэнд вообще перезаходит сейчас. Понимаю. Мне кажется, он не вернется. Я просто нажал проверить, сколько у нас человек, потому что ни одного же кила не сделано. Нет, не сделано вроде. А, стоп, Маркиз умер. Почему он красный? Загадка от Джека Фреско, почему красный Маркиз? Кипятка я нашел, когда в О2 выходил. Маркиз, не помню его вроде в начале игры. Дэна в навигации сказали, а Шедика выкинули. Так кого кикаем? Скип кикай. Ладслата кикайте, блядь. Вы что, конченый, я ставил всю игру АФК, какую я. Да мы рофлим, успокойся, господи. По одному киллу просто так по приколу. Ну как раз твой тиммейт делает киллы, а ты саботажки, ну все четко. У нас не два импостера. А, у нас два импостера. У нас три, похуй. Вот реально в Амонге не хватает возможности телепортироваться к игрокам. Минус лэд. Ярик отыгрывает сейчас реально шедеврально. О, Маркиз. Выполняет тут что-то типа, Опа. Так, поздно лэнда нашли. Где нашли? Минус лэд. 2020, за что? Ярик бочка, ты типа... Я был в столовке, качал данные. Первые? А, который справа, где мусор. Мне кажется, это менталитет, он говорит желтый, либо я. Понятно. Хорошо. Это либо желтый, либо Евгений, блядь. Это Феликс. И нахуй. Если Ярик эту игру выиграет, Ярик, с меня 50 рублей, блин. Могу убить. Но это подозреваемый, нет, его нельзя убивать. А почему это тебе вдруг, Ярик, в эту сторону понадобилось? Наверняка подумают. Игроки. Ну и, блядь! А? Кого? И кто? Ты думал, труп где? Есть? Где? Лучше бы Ярик сейчас стоял, пытался кнопку нажать, потому что... Потому что время идет. И они должны хоть... Двоих должны кикнуть. Ярик, если сейчас выиграет, это просто он сделать невозможно, потому что сейчас выиграть просто нереально. Ярика подозревает, но не максимально. И осталось игроков очень мало. В его голосе, когда он разговаривает во время собраний, слышно, как он сосредоточен. А почему так быстро? Ярик, ты сыграл шедеврально, я тебе 50 рублей должен. Блять, Ярик. Чё? Меня не было слышно, переснимает. Верни деньги, пожалуйста, со Стима. Нет. Деньги. Подтверди, что я тебе их скинул. Кидай больше денег, тогда подтвержду, что ты мне скинул. У меня видео есть, пидор. 458 рублей, спасибо, благодарю. Что ж, народ, надеюсь, вам понравился этот видос по Among Us. Мы его записали в очень классной, веселой компании. Пацаны, если кто-то из вас это смотрит, спасибо вам. Было очень с вами классно и интересно провести время. Ну, а с вами был, как всегда, я, Дэн, и дохрена других людей, в общем. Все. Всем пока.